Хлопушка. Дата месяц июнь. День 5. Год 1998. Интервьюируемая. Любовь. Девичья фамилия Шифрин. Настоящая фамилия Бондаренко. Интервьюирующий Михайловский. Город Киев, страна Украина, язык интервью русский. Сегодня 5 июня 1998 года. Я, Михайловский Василий Васильевич, провожу интервью с Любовью Михайловной Бондаренко, девичья фамилия Шифрин. Город Киев, страна Украина, город Бровары Киевской области, страна Украина, язык русский. Пожалуйста. Я Любовь Михайловна Бондаренко. Девичья фамилия моя Шифрин. Родилась я в 1933 году, 22 января. Жила в городе Рамнах и в школу ходила там же. Это какая область? Сумская область. Вот. Окончила я там 4 класса всего. Война помешала учиться дальше. Вот. Ну, жила с мамой, с папой. Маму звали Галина Яковлевна. Фамилия девичья ее Гальперович, а папина фамилия Шифрин. Как звали папу? Папу звали Михаил Абрамович Шифрин. Еще было у меня 2 братика. Леня, до войны их звали, одного звали Иосиф и Абраша. Я не знаю даже, как иначе сказать. Да-да. Вот. Еще что можно сказать. А вот кем был папа? Папа мой был... Из какой он семьи, где он родился? Папа мой был... Какой семьи? Семья нормальная, наверное, я их не помню. Я только знаю, что мой папа был портной дамский. Он шил хорошо, любил свое дело. Вот, и очень много шил до самой войны. Пока война не началась, он работал. Имел 3 детей, это меня и 2 братиков. Вот, были у меня дедушка, бабушка. В этом городе жили с нами вместе. Это по папе? По маме. Да, по маме. А по папе не помню? А папины, я их не помню. Они в Белоруссии жили где-то. Папа сам из Белоруссии? Да, он родом из Белоруссии, папа. А вот. В каком городе он родился? Вроде бы в Рогачеве, но я Рогачев. Не гарантирую. Да. Рогачев город. Ну и была еще у меня и тетя в Рамнах. Были у меня еще и дяди, это дядя папе, Сёма, мамы, мамы, да. Мамина, дядя Сёма, дядя Яша, фамилия их была Кацман. Они тоже в Яру. Вот. В общем, все родственники там. А какая улица у вас была? Любовь? Улица, жили мы по улице Коржевской, на сегодняшний день Карла Маркса. И там много еврейских семей жило? Ну, я так как была девочка, то у меня были подруги, то были еврейские дети, дети были, подруги мои. Между прочим, я не знаю, как это можно говорить или нет, с нами конечно, даже можно. Жили немецкая семья, фамилия Гофман. Рядом? С дедушкой. И этот Гофман... С дедушкой умел разговаривать, потому что тот на немецком, а тот на еврейском. И получалось похоже. И вот они окно откроют и через окно перекликаются. Вот. И даже частенько рюмочку пили вместе с этим Гофманом. Дедушка. Дедушка мой. И было у них 2 детей. Одна мальчика звали Цена, а девочку Мария. Они были мои почти ровесники. Девочка немножечко старше, а мальчик немножечко меньше. Вы дружили? Дружили, да. До самой войны дружили. И дедушка даже сомневался, что это немцы такие жестокие могут быть. Вдруг. Дружил с немцем.
Вот это такое было у нас. Ну, а дедушка кем он был вообще? Дедушка, вообще, он был, наверное, малограмотный, по-моему, потому что он всегда работал со своей дочерью, тетей Фаней. А дочь его была с образованием, с высшим образованием. И она вела его дела. А у него был магазин. Вот. На базаре. Она как бухгалтер. Она была у него как бухгалтер, да. Вот. Вот это тетя Фаня. И чем же он торговал? Что у него там было? Я тогда не очень интересовалась. Да, по-моему, какие-то меха или что-то такое. Вот такое, я помню, он приходил с работы и всегда старался помыть руки, потому что у него попадались какие-то там шкурки, что надо было мыть руки после. Ну, вот такое я запомнила. Далеко жил дедушка от вас? Нет, не до, по этой же улице, только номер напротив. Мы с этой стороны, он напротив жил. Дети часто бегали к дедушке. Ну вот это, если бы я там была, допустим, я бы вам сказала, тут жил дедушка, а вот тут жили мы. Я говорю, дети часто бегали к дедушке. Ой, я, например, там, да. Я бегала, потому что Леня только перед войной родился, а Володя уже теперешнее имя, это среднего брата моего, я так уже привыкла, Володя. Так он, это Абрашин. Да, он не ходил еще, потому что он тоже маленький еще был. А дедушка очень часто к нам приходил и очень часто на окне оставлял, пройдет мимо нашего дома, оставит на окне, откроет окно, знает где, положит, там то кавун большой, то какое-то печенье, то халву, то. Мама смотрит, о, уже дедушка был, не зашел к нам. А он наложил, да и пошел дальше. А дедушка религиозный был? Я не помню, не могу сказать, я не видела, чтобы он молился. Но в синагогу ходил? Наверное, ходил с бабушкой Любой, наверное, ходил. А синагога где была? Была на базаре у нас синагога, на базаре была. Я так не... Я детей что-то... иногда водили, нет? Нет, нас не водили. Не водили. Я знаю, только у нас было вроде бы как... хотели детей покрестить, обрезание сделать мальчикам. По еврейскому обычаю. А мама не давала. Мама моя выросла сиротой и росла всегда среди русских. Всегда среди русских. Так она считала, это нельзя делать. Мне, говорит, она так объясняла, мне Бог дал такого ребенка и не дам, чтобы к нему кто-нибудь притронулся. И не дала. А в итоге это помогло. Ну, а какой у вас дом, опишите? Дом? Да, вот ваш дом какой. Где мы жили, да? Да. Ну, нам, вообще-то, папа мой собирался купить дом. Деньги на это собирал. Но мы жили в государственной квартире. Многоэтажный дом? Нет, не многоэтажный. Там много таких квартир, наверное, те, которые когда-то раскуркуленные были, я знаю. В общем, вот такой большой дом, и он многих туда поселили. Многих. Они по-своему разделились, но в одном доме живут. У каждого дверь своя. И вот у нас была большая комната, вот по улице Карла Маркса. Большая комната, больше, чем вот эта наша. И кухня была, и веранда была. И папа там шил, работал, и в инпошиве шил, в Ромодяге называется предприятие, в котором он работал, Ромодяг, одяг. По-украински. Да, Ромодяг. Он там работал. Мама домохозяйкой была. Вот. Ну, что там еще? Дедушка. Мама помогала ему вообще в работе? Да, она ему помогала, она любила это дело, и ей даже это и помогло во время войны. Немножко в этом деле, потому что она умела. Она уже, как говорится, умела и что-то покроить, и мерку снять,
И папе помогала наметки снимать, там какую-то ручную работу делала, глади там или еще что-нибудь. Папа много очень работал, и мама ему помогала. А они даже считали, что пусть мама лучше папе помогает, а, допустим, на базар пусть ходит женщина, которая приходит к нам. А у вас была? Домка, звали ее. Домработница? Да, да. Мама считала, что пусть она лучше сходит на базар, а я папе помогу, потому что придут люди за заказом. Вот так жили. Ну, жили зажиточно, можно сказать, да? Мы не нуждались, конечно, особенно как я, так вообще как кукла ходила. Папа меня уже как одевал, так это вообще как сказка. Всегда так наряжал меня. Вот, умел же сделать из ничего. Вот, и мама хорошо одевалась, красиво одевалась. Вот, мы неплохо жили. Я же говорю, что если бы не война, может быть, они бы купили бы дом или построили. Может быть, потому что папа так работал, что это вообще, я даже помню, как он однажды всю ночь сидел, и от лампочки что-то там загорелось, а и чуть пожар не был. Мама уже кричала, говорит: «Миша, сколько можно работать, ты вообще меру знай». А он прямо так спешил, как будто бы знал, что не успеет ничего сделать. Хорошо же. А какая обстановка была в доме? Мебель, в смысле? Мебель, да. Посуда. Ну, посуда была у нас. Вот. И, например, там место для каждого было. Вот. И что еще такого? Ну, машина папина стояла, стол стоял, на котором он постоянно гладил. Вот, и краил, большущий такой стол. Вот. Ну, у меня там книжечки были, я же в школу ходила. И все в одной комнате, все так? Все вот в этой большой комнате. Не разгорожена она была, нет? Нет, не разгорожена. Именно эта комната не разгорожена. И так, но она большая была. Она как-то так большая была, что у нас посредине стоял большой стол. Вот. Там, где папа работал, это само собой. А это само собой стоял большой стол. И я помню, как приходили к нам гости, родственники, и за этим столом собирались, садились, а мама там подавала чай, там, я помню, орехи, яблоки, печенье какое-то. Вот. И я тоже с ними сидела, чай пила. Не хотелось уходить от них. Даже было так, что на руки меня папа возьмет, я уже сплю, и отнесет меня на место. Приходили родственники, и дедушка, и бабушка, и тети, и дяди. Вот, вот эти Кацман, так они вообще еще были бездетные. Так вот это одна наша семья только была здесь, с маленькими детьми вроде бы. Приходили к нам в гости. Друзья были у папы с мамой? Кроме вот чужих людей? Да, ну так. Нет. Чужих украинцев, русских или евреев, никто не приходил. Нет, только свои родственники у нас бывали. Mm-hmm. Только свои родственники. А так радио было у тебя? Радио? Да. Не помню уже. Наверное, было. Наверное, было. Я не помню уже. За радио не помню. Я не интересно. А электричество было? Электричество было. Я же говорю, что папа чуть не пожар не сделал из-за лампочки. Что он что-то близко там повесил. Близко. И не подумал, что лампочка настолько нагревается, что может зажечься. И задымелась вот от лампочки. А он шил. Работал много. А вот какие-то еврейские обычаи соблюдались или уже семья отошла? Ну, у нас в семье такого особенного нечего было. Ну, папа только... Единственное, что мой папа очень хорошо умел разговаривать на еврейском языке. Он окончил 10 классов на еврейском языке. И поэтому ему приходилось ходить в вечернюю школу, потому что работал среди русских, должен был с ними разговаривать. А меня он учил именно на еврейском языке. Вот он мне рассказывал, как надо сказать маме: «Мама, дай мне, допустим, воды, дай мне там ложку, дай мне хлеба с маслом». Вот он меня учил, как это говорить. Вот. А между собой они
так. Мама с папой? Да. Тоже на еврейском языке говорили. Да, ну, говорили. А дети не всегда понимают, да? Не, я не всегда понимала, а мама понимала. Мама понимает. У мамы тоже, в семье тоже я не понимала, а приду, дедушка с бабушкой говорят на еврейском языке. А папа меня тоже учил. Хотел учить меня даже танцевать и петь, и все, что хотите, учил. А сам он пел? Пел. Когда работал? Между прочим, вот у мамы моей есть фотография одна, которая сейчас на кладбище. Мой брат решил именно эту фотографию на могилке устроить. И вот там она снята в костюме, в котором она была в художественной самодеятельности. А, ходила в художественную самодеятельность? Да. И папа ходил тоже. Uh-huh. Да, я помню, он исполнял роль в этом, в произведении «Безвиноватые». Островского. А? Островского пьеса. Вот это произведение «Безвиноватые», там он играет роль вот этого, который оставил ее. Вот. Мама говорит, что он внешностью так вроде подходит. И когда она хотела сказать что-нибудь ему, вроде бы как упрекнуть в чем-то, шутя, так она говорит, не зря тебе дали такую роль, потому что ты, мол, вот такой вот, что можешь бросить. Ну, они мало. Они 12 лет прожили, и началась война. А это они ходили в самодеятельность в клуб? Да, клуб. Недалеко, да, от вас был? Да, там где-то было. Это вы далеко от центра жили? Или... От центра? От центра. Нет, это наша улица считалась даже центром. Потому что немножко так пройти, и клуб, и памятник Ленина, вот, и Рамодяг рядом. Ну, скверики вокруг такие вот красивые были, каштановые. А школа далеко? Это считался центр. И школа, где я училась, туда за милицию пройти. Немножко тоже пешком ходила. Меньшенькая была, так папа еще и помню, как на руках носил меня, когда школа, погода плохая. Вот, поставит меня на стул, замотает в одеяло на руки и понес в школу. И со школы придет, заберет. Часто меня на работу забирал. Придет, заберет меня. И прямо на работу. Я жду там, гуляю около него, пока он кончит работу, потом идем домой. Такая была у нас жизнь. Ну а чем питались, интересно? Например, питались. Папа у нас так любил. Он очень мало кушал. Вот. И мама любила помидоры, огурцы, картошку. Вот такое, особенно вот это моченое все любила. А папа нет. Папе надо было дать стакан чаю или кофе, яичницу или всмятку. Вот, он съел яйцо, запил два глотка. Все, вот это у него такой завтрак. А обедали? А обедали чем? Обедали мама часто делала тоже. Мама моя вообще-то... Может быть, потому что она сиротой была, так она хотелось ей, любила делать котлетки. Возьмет, наделает, а потом... Куриные или... Да, да, хорошего мяса или с телятины, или с курей. Вот он потрясет и начинает вызывать аппетит, чтобы папе захотелось. Миша, понюхай, вот понюхай, как пахнет, ну это же просто невозможно. И ко мне понюхает. Ну, хоть половинку скушай. Ну, вот. И тоже меня заставляла, уговаривала. Я тоже плохо кушала, была девочка. Плохо кушала. Наверное, у папы удалась. Особенно, если цибуля мне попадет, так это уже все. Ну, и вареная, да и жареная, любая. Никакой цибули не признавала. Наверное, у папы удалась. А. У папы была сестра. Родная, так она только в гости к нам приезжала, жила в Белоруссии. Жила в Белоруссии, в Гомеле жила, замужем там была. Приезжала в гости, так привозила подарочки нам. Папина родная сестра. Вот. У мамы тоже был родной брат, еще жил в Ленинграде. Дядя Дима
приезжал ко мне, к нам, так тоже на меня. Я еще помню, как он привезет мне подарочки такие красивые, куколку, сумочку, там то все. Посадит меня на колено, держит на меня, смотрит и говорит: «Моя, моя, сладенькая». Все умеет. Как его фамилия была? Гальперович. Гальперович. И кем он работал? Дядя Дима. Дядя Дима окончил, очень трудно ему было, он же тоже сиротой был. Окончил он какой-то чертежи делал для кораблей. Кораблестроитель. Корабли. И жил в Ленинграде. И вы знаете, что погиб 9 мая. Уже в 45-м году? Да. День Победы. Мама говорила, хотя бы дядя Дима остался жив, и то, говорит, нам было бы лучше, легче жить на свете. Он погиб. Это был мамин родной брат. Вот. А вот вы в школу ходили, у вас друзья были? У меня? Да, девочки, там мальчики. У меня... Украинцы, русские, евреи? У меня были больше еврейские дети почему-то, я не знаю. Вот, например, у меня там были две девочки, две сестрички. Они были отличницы. И вы знаете, я такого характера, я так любила их за то, что они отличницы. Мне казалось, что они такие красивенькие, что они, у них такие волосики хорошенькие, косички красивые, бантики красивые. Я так близенько сяду и хоть потрогаю. Так я любила вот этих девочек своих. Они жили недалеко от вас, да? Да, да. Вот. Вы ходили к ним в гости? На именины однажды была я, однажды. Вот. Ну, еще в Ромнах сейчас живет, и сейчас живет моя ровесница Симочка. Вот. Так она такая маленькая, она и сейчас маленькая. Она как-то так не росла. Вот. Она сама так, ну, маленькая. Вот. Так это. Мама всегда мне ее пример ставила. Если Симочка ко мне приходит, так она говорит: «Вот ты брала бы у нее пример, смотри, какая она, мал золотник, но дорог, понимаешь, мал золотник, но он дорог», она так не сто раз скажет. Вот. И я это наблюдаю за этой Симочкой, она, правда, хорошая, в итоге дама хорошая стала, тоже шьет, прекрасно шьет, на сегодняшний день, наверное, самая лучшая портниха в Ромнах, это Симочка. Это была моя подруга. Вот в школе вы чувствовали какое-то проявление антисемитизма какое-то? Было такое или не было таких случаев? Я до войны не понимала этого. Я только сама себе находила для себя, как бы вам сказать, для себя выводы делала. Мне казалось, что я видела алкоголиков, таких валяющихся, но не евреев. И мне казалось, вот так, может быть, нельзя так говорить, а я считала, что вот, наверное, еврей бы не дошел до такой степени, чтобы вот это валяться. Вот. Нет, это все-таки люди какие-то отставшие. Ну, не допускала себе такого. А замуж вышла за такого пьющего. И не рассмотрела, не думала, что такое может быть у нормального человека. Вот так. Все-таки вот до войны вы не чувствовали вот такого отношения к евреям плохого? У моих товарищей нет. Мама мне всегда говорила, что вообще, она мне, например, ставила фильм, который называется... Там есть такие слова: пусть будут люди и в полосочку, и в горошечку, и красненькие, и беленькие, и всякие люди, есть люди, и надо всех любить, по заслугам нужно, по заслугам. Не потому, что он рябенький, а потому, что он человек, и все. Это мама мне всегда так говорила, учила меня, чтобы я не различала. Ну, а я сама, вот это такое у меня все равно было.
Мне казалось, что валяться вот там не может еврей. Ну, правда, я жизнь прожила, я действительно не видела под забором валяющего еврея. Не видела. Все равно не видела. Любовь Михайловна, вот приближалась война, и, наверное, родители читали газеты, слушали, может, радио, разговоры какие-то. Были такие, что немцы жестокие, расправляются с евреями, что надо уходить? Вы знаете, что в этом отношении мама моя жаловалась, так жаловалась, что ее никто не подготовил. Если бы она знала такой исход, что такое может быть, так она говорит, я бы не ждала помощи, что вот помогите мне с детьми. Я, говорит, сама взяла бы вас бы и ушла, куда глаза глядят, и потихоньку бы ушла с вами, не допустила бы до такого. А так она говорит, мне никто и папиных писем совершенно не было. Совершенно не было. И никто ничего не говорил, и неизвестно, откуда эти немцы взялись. Вдруг бомбы летят, вдруг на наш дом, на угол дома упала бомба. Мама как раз в госпитале была, я одна была дома. Не одна, с детьми я была. Так я перед этим, как будто меня, наверное, кто-то уже меня оберегал и нашу семью. Взяла, мама ушла работать, а я взяла, открыла окно, высадила братиков своих, обоих, и потаскала их туда, где шелковица. Там такая крупная, такая хорошая шелковица была, и я решила, что мы там будем, пока мама не придет, кушать. И мы сидим там около шелковицы, я еще залезла, трушу шелковицу эту, а мальчики собирают. Вот. И вдруг, и прямо на угол нашего дома самолет где-то взялся, и бомба упала. А мама услышала, что бомба упала по улице Крыжевской на такой-то номер, и знает, что дети спят, прибежала. Ну и кричит, где дети, а люди уже ж, когда стали бомбы падать и на райкомпартии, еще куда-то, так они все в бомбоубежище попрятались и нас туда потаскали от шелковицы. Вот так уже кричат ей некоторые там, Гитка, вот дети вот с нами, иди сюда, они тут, они с нами, иди сюда. Так мама уже прибежала к нам туда, тоже в бомбоубежище. И я говорю, мы еще могли тогда погибнуть, если бы я их не вытянула из окна. Потому что звали Гита? Гита, Галя. Гита, папа, мама называли ее Гита, Гитка, а люди чужие Галя. Она представлялась Галей. А от рождения она Гита? Да? Гита. А Гитл. Отчество? Гитл. А отчество? Яковлевна. Она что, перед войной работала в госпитале? Когда война началась. Когда война началась, открылся госпиталь, появились раненые, и ее пригласили на работу туда. А папа вот папу когда забрали? Ушел в армию? За месяц до войны. За месяц до войны. Тоже я помню, как папа уходил, потому что он уходил ночью. Мы спали все, и он подошел ко мне. И мама говорит, не надо будить, но я сквозь сон слышала, как он меня поцеловал и ушел. И больше мы его не видели, и ни единого письма не было. Сейчас мы прервемся до смены кассет. Михайловна, кассета вторая. Так, расскажите, почему вы вот маму свою назвали сирота, были и дедушка, и бабушка. Ага, были у меня и дедушка, и бабушка, но дедушка у меня был родной, а бабушка была мамина мачеха. И мама моя всегда была поэтому обижена. Вот. Она не хотела, она ее не любила, эту бабушку. Вот. Даже когда я себя назвала, между прочим, Любой, даже не имела в виду, вот, а она говорит, ты даже имя свое себе взяла мачехиной,